Здравствуйте, пока я не перешел в стадию ожидания, не перешел в спящий режим, погадаем сейчас на СВО. СВО мы затронем весну и лето. Так, конец весны, смотрите, конец весны сразу смотрите, не знаю почему, у меня конец весны выпал. Конец весны что-то должно быть. Конец весны, начало лета. Затронем состояние российской территории, всей российской территории, включая освобожденные территории. Включая все территории Запада, то есть все, которые прилегают к СВО. Это Московская область, это Ленинградская область, это, получается, там у нас Брянская, Курская, и все остальные, короче, сопряженные территории. Ну, сами можете подумать. Сейчас мы рассматриваем СВО. То есть там специальную военную операцию. СВО рассматриваем. Все, что с этим связано. Как оно будет весна, лето. СВО, весна, лето. Ух. Будет болезненно. Болезненно. Карты удара выпадают. Болезненно. Разговоры будут, разговоры, но мира не вижу. Что у нас тут выпадает? Изменения в личной жизни. То есть это у нас изменения в стране идут. На основании СВО будут изменения в самой стране, в структуре. Какая-то структура должна быть. С чем изменения будут связаны, опять же. С дорогой, либо мобилизация будет. Что такая-то темная дорога. Темная дорога. Мужчин. Другой порядок чего-то еще плюсом должен быть. Ладно, карты не хотят, значит, не буду их трогать. Ну, в общем, внутри у нас что-то должно измениться внутри страны. Давайте так. Тайная любовь. Обида, непонимание. Ну, давайте так. Чего-то мы будем своего придерживаться, а всего остального не будем понимать. Либо те, кто наверху, они не будут понимать всего остального, что происходит. Те, кто дяденьки, которые дедушки наверху, они не будут понимать. Чему-то они там своему будут следовать. Мы идем своим путем, как сказал однажды вождь мирового пролетариата. Так. Гость идет. Радость, перспективы, счастье. Какой-то к нам гость идет, мужчина. На мужчину выпадает удар, либо пустота. Либо мужчина несет эту пустоту, либо мужчине угрожает опасность. Опасности пока не вижу. Опасности пока на нем не вижу. Что мужчина там предполагает делать? Пять карты выпадают. Значит, это что-то от него, возможно, будет. Или от них. Но мужчина, в принципе, не такой плохой показывается мне, по крайней мере. Он не такой плохой. Так. Семерка это у нас работа, естественное что-то. Что-то абсолютно естественное, удовлетворение естественных потребностей. Давайте так выражусь. Большая прибыль. А прибыль связана каким-то образом с людьми. Это с мужчинами связана прибыль. Женщина выпадает, ресурсы выпадают.
Ресурсы выпадают. Мужчина какой-то с ресурсы выпадает прям. Пять ресурсы выпадают. Ресурсы выпадают, а срок в течение трех чего-то. Какие ресурсы, я не знаю, но карты говорят, здесь прибыль большая, ресурсы большие на мужчину выпадают. Либо его спонсировать будут. Плюсом у него еще, возможно, какие-то эти выпадают. Мужчины, которые вот ему приверженцы, может, какие-то приверженцы. Одинаковая карта сыновья, приверженцы. Ну, карта любовная выпадает. Мужчина неплохой, я не вижу, в принципе, такого ничего плохого. По крайней мере, открытого. Ничего такого не вижу. А у мужчины темная дорога и состояние какой-то зарубы. Какой-то зарубы, не знаю, почему-то так выпадает. Заруба какая-то. Заруба, заруба, заруба падает. Какой-то человек терминами какими-то он такими фигурирует там, что заруба. Что это за заруба? Не знаю, какой-то сленг своеобразный. Характерен для определенного, давайте так выражусь, определенной культуры, либо определенного слоя положения людей, определенного состояния человека, определенной касты какой-то. Вот у него терминология такая. Придем рубиться, что-то вот такое. Срок, опять же, мужчина вот какой-то приходит. Срок небольшой абсолютно. Какой-то мужчина. Они стремятся куда-то больше на север. Холодное куда-то север. Как-то змейкой. Я не знаю, как змейкой вот так вот. Змейкой. Не знаю, как это выразить. Срок маленький идет. Обман есть. Обман, либо дезинформация какая-то. Ладно, больше не буду просматривать. Все, что мог, сказал. Дальше можете сами подставлять. Какой-то специфичный человек со специфичной лексикой. Может, он в открытую это не говорит, но у него лексика специфичная. Какой-то мужчина. Не знаю, что это за мужчина. Это не иностранец, скорее всего. Карты родные выпадают. Это не иностранец. Мужчина, может, с опасностью играет. Я не знаю, с опасностью. На него смерти не выпадает. Но под ним почему-то пустота, либо опасность какая-то. Пропасть. Тузами обложен. Может, в госпитале был. Предательство выпадает. Предательство. Трудность в работе, семье. Понимаете, если бы это выпадало на противника, это одно. Когда предательство выпадает на родной дом, это очень плохо. Непосредственно для родного дома. Следовательно, предательство, оно включает в себя несколько элементов. Там, когда тебя там предают, сливают информацию, переходят на сторону противника и так далее и тому подобное. Если здесь выпадает мужчина, значит этот мужчина идет с какой-то другой стороны. Вот какой-то мужчина. Предательство, вот оно выпадает, я так понимаю, не на него, скорее всего, оно выпадает на нас. Ну, на страну. Сами дальше можете думать. Потому что проблемы идут внутри коллектива. Там что-то в коллективе плохо. Ну, вот тут кукушонок какой-то. Вот он, какой-то человек. Я не знаю, тут он что-то делает. Что-то он делает, но, я так понимаю, не тот. Какие-то дела у него. Дела какие-то, ну... Не знаю, что-то не то. Не то что-то сделает этот кукушонок, который какой-то где-то засел и что-то делает. Не знаю, что это за человек такой. Вот здесь карты отвратительные падают, просто отвратительные. Здесь тоже не очень. Если какой-то человек, вот он приходит откуда-то человек. Дорога пусть у него родная, но он откуда-то приходит. Человек вроде не злой, но он как с огнем играет. С огнем играет. У него какие-то вот люди на него выпадают. Между ними любовь. Срок небольшой, я тут не могу сказать, срок небольшой. Но здесь идет предательство. Предательство идет, две карты большие выпадают.
Не очень хорошие карты. Для страны это не очень хорошие карты, тем более здесь проблемы в семье идут. Сейчас проверим. Два. Мужчину, в принципе, предательство не выпадает. Проблемы в семье. Может, это у него в коллективе, где-то у него... У него где-то какое-то пространство, у него там какие-то предатели... Может быть. Какие-то засланные, может, казачки. В любом случае, мужчина играет с огнем. Вот какой-то мужчина, он приходит, он играет с огнем. Он привычен уже к этому. Предательство, ну, блин, такое себе, конечно. Если на него предательство выпадает... Да вроде нет. Какой-то срок маленький падает, и все. Срок маленький падает. Какое-то разрешение, какая-то ситуация разрешится. Маленький срок. Маленький срок. Так. Ладно. Интересно. СВО. Давайте лето просмотрим, наверное. Ну, приблизительно хотя бы там в отдалении. Что там, что там летом, хотя бы в начале лета. Чего будет? Смотрим. Опять темная дорога какая-то показывается. Мне все темная дорога, либо усугубление ситуации будет. Болезненная очень ситуация, опять те же самые карты падают, опять те же самые карты, болезненная ситуация, ситуация удара. Я вместе не рассматриваю, рассматриваю отдельно. И возможно, за счет этого идет какое-то сплочение. Сплочение вокруг казенного дома идет, вокруг усугубления ситуации. Но почему-то мужчин здесь как-то не лишку. Так. Дети, общение с детьми. Здесь идет общение, скорее всего, даже не с детьми, а с людьми. Злая девушка, вдова. Вдовы выпадают. Встреча подруг. Так. Это у нас жены, скорее всего, мобилизованных. Они, возможно, перейдут в какой-то другой статус. Здесь вот. Что еще выпадает? Застенчивость, скромность, скованность. Болтовня, сплетни, возможно, угрозы. Скованность идет по ресурсам, скованность идет по работе. Как-то не сильно работа продвигается, но риторика очень такая прям воинственная. Успех с родственниками вместе с ними. Сплочение идет, я говорю, здесь сплочение идет. Влиятельная женщина. Насчет женщины не знаю. Влияние идет за счет сплочения. Как оно выразится дальше, я не знаю, карты не показывают. Ужесточение риторики и сплочение идет. Так, чего еще можно спросить? Заход там вот этих ДРГ, еще что-нибудь, оно повлияет на СВО? ДРГ, там вот это вот самое все. Либо срок большой, либо это все зависит от какого-то учреждения. Казенного учреждения зависит. А, вот, выпадает то же самое сочетание. Вот это, я так понимаю, это у нас что-то с ДРГ связано, вот это вот сочетание. Ну, если это ДРГ показывается, это рекрутинг показывается. Вот младший идет к старшему, одной масти. Гость с нежными чувствами, да?
Что еще выпадает? Встреча подруг либо подруги. Не знаю, почему так выпадает. В город на заработки. Ну да, будут. Влияния особого я не вижу. Прям влияния особого на СВО. Но здесь, я так понимаю, здесь даже не СВО, а здесь что-то другое уже начинается. Потому что это не СВО. Тут СВО карты не проигрывают. Это по-другому что-то такое называется. Вот так. Что будет там предпринято правительством... родного дома, да. Нашим правительством по СВО. Там, что может быть принято? Давайте так, напоследок спрошу, и можно заканчивать. Что будет предпринято? То же самое, рекрутинг. То же самое, выпадают те же самые карты. То есть оно и там выпадает, и здесь выпадает. Рекрутинг выпадает. Что правительство предпримет? Король будет предпринимать какой-то, либо от короля кто-то. Деловая идея, новый проект. Что-то новое будет принято. Это, я думаю, 100% в течение ближайшего промежутка времени. Да, что-то будет принято. Скорее всего, рекрутинг, но рекрутинг какой-то странный будет. Странный будет рекрутинг. Валет от короля отворачивается. Не знаю почему. Валет смотрит больше на родную страну. Не знаю, так вот у меня проигрывается. Чего еще выпадает? Странный рекрутинг, я ничего не могу сказать. Там надо будет смотреть, как оно проводится. Как проводятся там определенные там процедуры и так далее и тому подобное. Потом уже делать выводы. Что здесь у нас выпадает? Примирение. Но будьте бдительны. Пока затишье перед бурей идет. Завистливая, злословная девушка. Девушки. Молодые девушки. Возможно, будут препятствовать чему-то. Что хочет провести государство. Возможно, так. Что еще выпадает? Романтическая встреча. Встреча с родственниками. Ссоры, споры с близкими. Примирение с врагами. Да. Примирение с врагами, но с близкими споры. Период большой выпадает. 8-10. Период большой. Мобилизация, это да. Девушки негодуют. Мобилизация, скорее всего, да. Девушки негодуют. Примирение с врагами идет. Вот валет отвернут. И одновременно ссоры с близкими. Зло. Здесь где-то должно быть вскрыто зло. Срок маленький, еще и тупик выпадает. Ну, срок большой, давайте я так скажу, выпадает, но здесь, опять же, какие-то две даты определенные. Одна дата у нас получается большая, другая не такая большая. Вот три. Вот какие-то даты выпадают. Небольшие даты, совсем небольшие. Здесь. Ладно, давайте посмотрим, как проигрываться будет. Я не буду загадывать, чего там у нас-то еще слишком далеко. В конце концов, это всего-навсего гадание. Не надо относиться к этому серьезно. Спасибо, что смотрели. Будем ждать, чего там да как. Всем удачи, до свидания.